телефон, с нами по соседству стали ожидания. Кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихли сказочные звуки, я спросила, кто этот бравый молодец. Мне ответил сразу голос неизвестный. Пел вот этот парень, молодой боец, обыкновенный русский человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный русский человек, на нем простые гладкие погоны, любитель петь, шутник неугомонный. Обыкновенный русский человек. Боевые в сражении отгремели грозы, и тогда в Россию хлынули рекой. Отовсюду письма, письма и вопросы, главным из которых был вопрос такой: кто он, этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали: обыкновенный родин человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный с виду человек, простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну безудержно влюбленный. Обыкновенный советский человек. Побежденных вражеских знамен. Спит спокойно Вена, сонно глядя в воду, мирно спят София, Прага и Белград. Кто помог народам обрести свободу, кто достоин самой высшей из наград? Он наш простой советский человек, человек, простой в быту, боях непревзойденный, в свою страну по-рыцарски влюбленный, обыкновенный советский человек. Евгений Тростянский. «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень». Солист Кирилл Горячкин.